В городе прошла встреча общественниц с представителями власти из Искитима. Союз женщин сегодня ведет активную работу. На патронаже находится 13 семей, которым активистки помогают в различных вопросах. Только посмотрев в твои глаза, понял, что со мной моя судьба. Сегодня в зале практически одни женщины – спортсменки, творческие личности и просто мамы. В преддверии праздника они подводят своеобразный итог работы. Основные направления деятельности Союза – поддержка женских инициатив, традиционных семейных ценностей, гражданское и патриотическое воспитание детей, помощь людям старшего возраста, а также адресная благотворительная работа. В президиуме Искитимского союза женщин 21 человек. Для более массовой работы женсоветы создаются на предприятиях. Чтобы женщины свои проблемы сказали, мы их выслушали, что-то свое, советы дали им. В общем, вот такое общение. Кстати, мы проводим всегда президиум Союза женщин города, на которых приглашаем руководителей, также представителей Союза женсоветов, и они нам свои проблемы рассказывают, свое то, что и мы им советы даем, контролируем их. Быть активистками, совмещать семью и работу сложно, признается Тамара Тамаркова. Но где, как не в общественной работе, можно себя проявить и кому-то помочь. Подобные встречи – хорошая возможность обменяться опытом.